Детский фестиваль – это продолжение международного музыкального фестиваля имени Рахманинова. Он является значимым культурным событием для Тамбовской области. Его главная концепция – поддержка одаренных детей. Это отражено в плотной программе, которая включает в себя концерты, мастер-классы и творческие встречи. Открыли программу фестиваля Московский симфонический Шнитке оркестр и лауреат международных конкурсов Варвара Кутузова. Вы задали такую планку, которую, наверное, будет сложно удерживать всем, кто будет выходить после вас. Спасибо вам за это огромное. Фестиваль открывает новые таланты, дает мощный толчок в развитии карьеры и популярности исполнителей, дирижеров, композиторов, оркестровых ансамблей. На нем нет напряженной атмосферы соперничества. Это праздник музыки, на котором могут присутствовать все любители классической музыки. А посмотреть будет на что. На областных концертных площадках выступит оперная студия имени Шнитке, студенты РАМ имени Гнесиных, детский хор «Весна» имени Пономарева.